Пирс. Да выжаживался девка, вот так вот. Да не, мне не впадло. Мне впадло шмот переодевать и брюки перетаскивать. А как ты брюки вытаскиваешь? Имеешь с собой запас всяких других камней? Ну как бы наводишь на брюлик, нажимаешь Ctrl по КМ, и он сам вытаскивает. О, а такой хуйни я не знал. Где здесь? Там прям написано на шмотке, yes. Как вытащить камень. Yes. А чё, кстати, не отбирал в ДЦ? Потому что я пошел еще раз повторяю, сегодня сдаюсь, я вспомнил, там меня вызвали на работу. Долбоёб. Без ДЦ пойдем или как? Кто? Все, без ДЦ. Танк аккуратненько всех поймал. Совы взяли, откинули. Не совы, а сова. Еще лучше. Коника что-то напоминает, да? Дежавю. А, блядь, два Варстера Друида, я смотрю, что-то лишние ходки появляются. Думаю, что за херня? Варстера Друида 2, а мы уже не одно. Тебе и одного хватит. Не хватит, еще одно хочу. Может, еще и два буйных роста? Да, отлично. Тебя вон это, восстановление висит. Оставь себе, дай мне можжение. На танке нам можжение не кидается. Это почему? Ну потому что танка точно в основном хилишь. Для этого есть... Опа, ворон. Блин, а мне лутер что ли? Кто? Пианист. Значит, за что? Будет Кирс, будет на нем. Артем, бейте Артемию. Артемия откажется. Пожалуйста. На манускрипты всякую эту дичь со следующего хода. Где воронка? Показывайте. Нашел. Все в дом. Кстати, подпиши в ГБ то, что у кого-то две воронки лежат. Я потом на локо зайду, скину. Ну, как будут воронки, так я и подпишу. Ну, запомни просто, то, что две кого-то. Не со зла это могу за... не со зла могу забыть. Понимаешь, это так это нехуй делать, а потом будет требовать у меня. Где, блять, мои воронки? Он мне их и, блядь, ну хорошо, говорит. Но ты главное услышал и запомнил, что кого ты будешь ты.
Выдерните, блять, ему перья. Там еще одна воронка? Или че, гречка? Показывай. Нашел. Почему это не отобразилось? Все знаешь, убиваем блоки обычки этого Келя. И дает достижение первой на сервере. Да, 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 да. Вот там, блять, Асгарды этот охуеет. Ну раз я на лоте, все или дари мои, которые я нахожу. В смысле? Разрул. Ну вот хочешь или дари, сиди на лоте. Да пожалуйста, кидай. Так мы проходить будем сколько? Пока ты там не ну так я еще. Только я пока пособираю. Так что к танкам это не относится. Гена, это БК, фласка, налог, ер, блядь. Я знаю. Я почему думаешь себе хочу оставить? У меня есть алхимки, между прочим, они двухчасовые. И бонус, я так понимаю, тоже идет. Смотри, чем сова занимается. Не переагривай. Глупая сова, да? Ну, кесла-то хотя бы не какофония. Включает старфол и бежит за танк. Давай разделим их, потому что уран бьет. Бейте вон того, которого меньше хп. Так. Метеола, а у тебя стоит символ на быстрое восстановление? Нет. Нет? Зачем? Да я просто вроде мне показалось, у меня ход попадаю. Что одна девушка в гиду? Всё, а у тебя демон лоу, конец? У кого, у меня? Угу. Нет, у меня вообще один друид. У меня вообще твинков нету. Ну, сорян, тогда обознулся. Может, мне, конечно, показалось, но мне вдруг... Мне вдруг стало интересно. Ну, типа, блин, ты же знаешь, да, ставишь быстро я стал. Просто снимаю. Да, я понимаю. Да, и... Это я просто отменяю все охоты. Все видят, что ты ход и вешает, и все. Не, мне, может, конечно, показалось. Мне стало интересно, как это работает. Вот тут ему правда ходы попадать. Сейчас поставлю аддончик, будет все ходы с ним. Можешь сейчас это метеоло по мне быстрым восстановлением, по девке кинуть быстрое восстановление? Я его перебью. Да, 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 ходка пропала. Эй, ты там кислорода напуливаешь? Да, не да. Значит, мне не показалось, то что у меня ход отпиздили. Это сова первее всех бежит, я говорит трэш. Нет, сейчас как раз напулили. Сова внизу стоял. В смысле, пояслин корни? Я понял, Вага, иди нахуй. Так, ребёху, короче, ставлю. Чтоб ты запы свой распылил, как Мозур. Так, а Мозур чешку продал. В два танка, или в три, или в четыре? В три. Так, кому нужен плащик агильный? Салара. Блин. Если в три, монород спекайся. А перчатки кожаные с агилой? Перелогу. Вот такие перчатки нужны кому-то? Войт, у тебя спек танка есть? Да, есть. Спекнись ты тоже. Подержишь трэш внизу. На первой фазе. Том, если что, будешь
тоже трэш забирать, блин. Так, по хилам, короче, Элбрил со мной. Йена, ты что с Монородом? Кто наверху? Я Монород. Монород. Окей. Тебя никто не сидит, так что сам. Так, Лёха, плюсануть можно сейчас или не надо? Ну, если хочешь, можешь. Ну, ты на какой платформе стою? Короче, я на второй, ты на первой, Монород на третьей. Сейчас, секунду, вернусь. Смотрите, тут только фигня в том, что он после третьей может взлетать. Может после второй вверх взлетать. А кто слотик освободит? За, ну, тому... за перчатками. Ну кому нихуя не надо? А мне нихуя не надо. Он ход у них хера. Это, Лёх, может твой да наверх? Открытие шкаф? А то у меня... КД бросок вот этот минута и таунт 8 секунд КД. Ну давай Норвет тогда снизу, ты наверх. Тогда я первый, Монород второй, будет третий. На подстраховке будем. Сманьте это. Сколько у тебя таунт? 8 секунд, как обычно. А я думал, у тебя без КД. Ну, это если бьют ту цель, на которую я бдительность повесил. Сейчас от любого танка выбирай. Зачем ты носовок кинул? Ну так танки-то меняются. Босс перелетает же, правильно? Он не бьет, когда летит. Все, поехали, да? Ну там Нурлет отходил, погоди. Я с кем-то бегаю. Я с кем-то бегаю. У меня такой же таунт на 8 секунд, ЦЛП. Ты и этот Матиола и Сила Бездна, вы на низу стоите, хилите. О, класс. Я на Элбрил побегаю. Элбрил, на мне сидишь. Ну, стой наперед, слышишь, Элбрил? Просто наперед стой. Алина готова? Они... Угу. Все, тогда, короче, Мозер, делай дела. Карусель будем смотреть. Мозер, пульни ты его. Я не могу пульнуть, я не могу на тебя напулить, ты стоишь слишком глубоко. Во. Видишь, все получается. Хер с гором. Что, без геры? Но я не отвлекаюсь на Кирсборн. А надо бы. Если слышишь не Кирсборн, то значит Геру нужен. Значит что-то тут не то. Кодовое слово. Да, кодовое слово. А если от пениса слышите поставки, это столб слова. Народ, потом в первую платформу. Вот на последнюю смещаюсь. На последнюю смещайся, потому что я тут видишь. Монород ближе к краю. Потом на первую. Я похилю его. И ты, Гена, на первую. Бля, чё он так медленно? Говорите только, если вверх полетит. Тут не видно ни хера. Касается тех, кто не снизу. Этот, мелких заливать там. Я босс. Вверх полетит. Прыгаемся. А народ первый, вот последний. Куда полетит. Народ, беги. Сейчас ты на третью, я, короче, на... Миш, давай добивай.
Но не так же близко. Рада, где ДПС? Он только ломаным этим может играть. Или везде. Уголек заберите. Так, не могу. Сложно забрать, когда ДД забрал и пошел куда-то. Рады только богоюзить может, да? А так не умеет. Да. Народ на третью, вот на последнюю. Да бейте уголь, тут 4%. На первую пойду. Гена, сместишься, ты что, Войда поселишь? Куда? А, Войда, окей. Да, если Войд побежит на Войда. Ну, скорее всего, он сейчас взлетит, как у ДВ рейде. Смотрите. Элбрил к краю. Успеешь добежать. Да, вверх полетел. На последнюю платформу летит, если что, лови там. Скорее всего. Нет. На рулета подхилит. Я, конечно, извиняюсь. Мне кажется, сейчас на рулет умрет. Мне тоже так показалось. Просто ханты вообще не играют по трэшу. Ну, окей. Кстати, этот, блять, милики, идите подбивайте. Уже 10 лямок. Убивайте. Хилл, кто спас? Признавайтесь. Не скажем. Пусть буду. Спасибо. Я. Да не, Ребка, ты не мог. Это наверх он полетел? А, вверх, 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 вверх. Вы чё, серьёзно? Ну я не знаю, что меня убило. Этот Ген поднимешь. Я же создала маню. Да, забейте 7%, а. Войда прохилить? Веди, веди немного на взгляд, потому что там рейд нужно подхиливать. Вместе пойдем туда. Все, сейчас появится все фаза. Да, будь здоров! Спасибо, блядь, я микрофон опять не выключил. Идите с середины. С середины, уйдите на край. Я не могу метку поставить. Локи, поставьте портал. Порталом будем ориентироваться. Во всех маленьких слили, что ли? Угу. Ты куда показывает, что у меня премиум висит или нет? Да, да, показывает то, что висит. А висит. Короче, или нет? 4 дня назад голосовал, забагался премиум, блядь, и пропадает. В честь Нового года выдали премиум на неделю. Мне показывают 22 часа осталось. А они поставки не собираются выдавать? Нахуя и премиум? На премиум лучше всего. У меня вообще 40 минут премиума осталось, какая на неделе.
Не знаю. Так, Лёха, на второго возьмёте? Мне Т5 надо. Ещё до второго не дошли. Даже как-то неинтересно, что за контраст в обычке и в героике. Тут даже фильм. Кисло, подними вал. Все отдельно. Просто убивать. Тимыч, ты глубоко ошибаешься. Тут Т5, блядь, на друида, на всем, на мейнспеке. А если даже на мейнспеке, что рестор друид в Т5 неплохо. Тех же паладинов, но меньше на площадь. Вроде все это 5 же. Сколько там у Лавара уже хп? Ты что, в колодец, что ли, кинул плюху? Да, там никого же не было, и он прилетел туда. Да, в колодец. У меня ревность. Интересно, чего? Я просто по луже пробежал. Лужа не могла типнуть на 8. Так надо и твою, и мою смерть посмотреть, я не понял, я прыгнул вниз, не долетая, я сдох. Там была. В полете просто. Там была. Что за тип лужи, я думаю, вряд ли у меня 8. Сейчас героический режим. Тысяч не добили. Можете не бить его. Как бы он тоже стакает, кстати. Может, этих стаков было много, увеличивая полученный урон от огня. Все равно 8000. Капец.
Речка. Она сегодня падала уже. Канаде дашь? Стоят. Робот. Хорош. Не, ладно, метеор не задел. Или задел. Вага, тебя, скорее всего, убило два отбрасывания, потому что я даже, наверное, не по форме очти. Да там маленький 46 тысяч просто убил. Милики, не подходи. Почему? И ты мод. Не на всех надо. Если Пали не надо, отдавай ей. Не на всех. На второго босса возьмите. Хотел. Сейчас. Радот нужен. Также Фрост тоже. Ну, я хочу его на Фроста, чтобы на будущее, если они его все-таки адекватно сделают, чтобы было колечко. Ну ж, сейчас примерно все ханты да может одинаковые именно спеки. Уж сама сделаю ты смогу. Это что? А я живой. Сейчас полу не работает. Да, кис. Надо не откинуть. Ой. Ах, не хватило силы руна. Прелесть. Что-то даже его колодец не спас. Да, там ничего не спасет, у меня 93 тысячи. Сова не отхитит. И доценит. Где она ждет? Сейчас, наверное. Сейчас ТБМов опять апнули. Блады, как, кстати, неплохо под контакт бахнули. С агро. В одну цель? Да. Это ты сейчас там почитал это? А хоть одного живого Бладдека видел? Да. Где? В... вот этих гаджетах, короче. Вы что, по очереди будете падать? Да, что нельзя? Вон греча. Ну так он без тебя. Может, так свечек не напасешься. 4, да? За каждого за упокой 3 раза ставит. Да ладно тебе, я тебе потом свечек куплю. Прямо с церкви возьмем. У меня особые, у меня ректальные. Это как? Мне в аптеке надо покупать. Ну хорошо, хоть не нам. У меня для тебя плохие новости. Да? Значит, ты угадался? Значит, угадал.
что-то разбантиваю. Уже трэш почистили? Почти. Ты чё? Последний? Третий. Блин, а можешь меня вскрыть на последний класс? Ну, выбирай. Смотри, блядь, конечно. Ну, это будет охуенно, блядь. По 4 недели не падает уже. Ага. Ну, примерно столько же уже не падает. Цели. Два мага. 20 минут. Сзади стоит Акуташи, подойдите, дайте рез, а там телефорию. Клин, тайфен нас. Дайте. Сегодня хилил за рез-то друида Ока. Хилит вообще не. От слова совсем? Только на роботе. Бля, честно тебе сказать. Да, хули на том робот. Просто сидишь, тыкаешь, омоложение, буйный рост и все. Похоже на ДЦ, да?
игра, знаешь, ну, хилить нечего. Где хилить нечего? Воки. Воки, да, согласен. Нет, Воки есть что похилить, только в хэме. Ну да, разве что. А я оторвал одно. ГП? Красиво. Сила бездна, это наш выход. Как минимум двое человек заметили, почему осталось. Нажимок нет. У меня помянем. Есть, можешь не забирать. Могу зретаунтить, хочешь? Был бы щит скейлер, были бы покажи. Все. Есть. Щит скейлер ему подавай. Что еще тебе? А не жирно будет? Щит скейлер. Сколько ярд 284 щит хоть? Ты прикинь, сколько вещей его пьер на танках до хера. И плачь. Надо это написать, чтоб понерфили. Там боты самое вкусное. Вместо с мастерством разобраться. Боты. Что там? Зап, бот, плащ, щит. Да, в основном просто отнули целка 25 хм. Пояса только нет. А чё, кстати, тренька никому не нужна была, я так? Да? Да, не вроде. Понимаю. Два. Так, кому там слот надо? Там Стивен сказал, что у него последняя шмотка. Да, тоже ты. Короче, кот заход. Не, Дизёнок, заходи, будешь. Грутак, Т5, наука мага ханта никому не надо. Мне на ханта, ну. Рензик, блин, выключи микрофон, слышно какой-то. Понял. Так, баф, короче, как обычно. Стоим, тусим, хантами. И ханта, и як. Стоим, тусим, все остальные под босса. Дайте каску по разбойникам, пожалуйста. Сейчас дам. Че, вы пустите отдачу в рейд, он просится же. И Грудак тело. Падает с лоста. Грудак не падает. Кто-то на второго босса просился точно. Ну сюда вот на робота. Ну кто так просился теперь? Нет. Он успел. Тимыч, может, просился, не знаю. Уже разобрались. А, окей. Бафы раздал. Можно друбаф по локу. Раз кто-то шамат дала. Да я проехал. Все готовы. Ты. Все остальные. Пусть. Не положите артемию. Все готовы, поехали. По готовности. Сопроты не забудь. Силы. Особенно тех, кто под боссом. Контанта. Ладно. Сразу видно, что ДЦ без Т5. Вот сейчас похилить. Так, а кому я уступил плечи? Кто там просился? Потом плечи.
сейчас будет. Напомните, когда Гера будет? Чуть ближе подойди, пожалуйста. Нормально. Короче, Гена, поконтролишь, я пойду покупать. Ну, блядь, я как бы хилю. Хоть сальву дай, блядь, по кому-нибудь. По хобун хоть. Да я дам. Не волнуй. Да. Я сейчас такой сука приду. В одного Рестер Шаман вообще-то потно, между прочим. Кто хочет сальву? Лорд. Гос сальву за ГП рестовать. И БР тоже. За 100 ГП сальву забираю. 200 ГП за сальву. Давайте 1000 по норгрейту. Все. Проданной грибу Береги за 1000 ГП. Гриб где-то пропал, до сих пор нет. Ну, да. Болел-то, а сейчас не знаю, что с ним случилось такое, что... А по-моему, в Асгард ушел. Да ты чё, тут столько соов. Как он не может нас покинуть. Бля, меня слышно? Угу. А то меня инет дропнуло. А чё так тихо? Сейчас смерти начнутся и будет громко. Ну чё, кому БР за 100 ГП? Кто забирает? Хач. Редвар, ты выиграл. После коста встанешь. Ну вот следующий БР точно за ГП. Метелу поднимем этого монорота. Вот и попадали. Монорот кислого. Кислый на усмотрение поднимешь. У босса 2% осталось. Все. Да? Я не вижу. Нет времени.
Так, что там получается? Охотник, маг, чернокнижник. Кардвель написал, когда мы уже били босса. И как раз выпали эти плечи. Ну, долбоёб, напиши ему. Скажи завтра, пускай на ЗС. А, воин, жрец, рыцарь смерти, друид. Мейнспир. Мы уже за 30 тысяч продаем, Лёх? Да не знаю, он писал 80 вроде. Локатор сильно хочет, да? Ну, он меня сейчас спрашивает 30 тысяч, верно? Скажи, не-не-не, я перепутал 40. Что он тебе писал, давай так. Ты не помнишь, что он мне писал? Какие 30, правда? Провокатор Dash Trade. 6 ракет. А зачем вы даете провокатору, когда он во втором составе? Когда вы в первом нужны людям? Справедливо. Справедливо. И вообще, почему он здесь? И вообще, почему он еще здесь? Пианист? Отдаю второму, получается. Что? Второму отдаю кусок. По купюру. Они там друг другу уступали, я в душе не иду. Только... Да нет, нет, это шутка. Отдайте человеку, ты чего? Нет, нет, ему это правильно, он с ТВ рейда. Да, да, говорит, ребят, вариант, да, даже если он ему место уступил, он говорил же, Леша. А кто вообще с кем рулит, я что-то не пойму. Отдаю второму по приору, а там уже, если тебе все уступят, то пожалуйста. Вы это заберешь. Дальше. Так, эти никому не нужны были и кольчужные штаны. Полина, будешь забирать? Ты только на трансмог, да давай. Это все равно третий спец всех. Так, и Войт. Войт, подойди, выйди там с Мелизоны, кинь крови. Дев. Блин, ЕП начислить нельзя. Рейд падает. Yeah.
Лет, тут? У кого-то, кстати, у кого-то из хилов есть такая привычка? Типа, чуть что, сразу жми чешку, не? Если у рейдер меньше 20%, да. Ну, типа, вот, например, сейчас, да, идет такой залп по рейду, я просто машинально чешку жму, если не в КД. Не, ну прям, если прям совсем при смерти, то да, а так нет. Чешка чё, толпового тренера на Хилада? Естественно. Видишь, жму я по КД просто. Ген, Ген, а ты знаешь, у кого героические чешки? А чешки Хиловки. У Пусси, у Адмирала, у Элбрила. И всё. Еще не падало. Угу, спасибо. Побежь 3. По-моему, только 3, да. Пусси, Адмирал, Элбрил. Вроде все. Так, там это Буеха, по-моему, была. Лёх, тело дачи собирает? Ну да. Ну это завтра на ЗС позови. У меня на ЗС-ку есть челик, которому либо печатки, либо ноги, если что, фарада. Какие хантовки? Ага. Там не самое. Челу надо. Если он у тебя дороже, пожалуйста. У меня за 40к покупают. Ну, у меня так. А у тебя почем? Так же. Ну если сразу два, то пускай у тебя так. Ну смотрите, может это и то упадет. Нет, ему если два, например, надо. Типа, который у меня, ему без разницы. Либо перчатки, либо. Вы Т5 за 40к продаете? Ну, ну подай патронов и по 60 было. Да. Ну а почему по 40, если по 60? Ну потому что уже. Куча народу закрывает. Да. Ну, прямо куча, да. Ну каждая ешка. Смотри, на орде начнем. Сироса закрывают, Цангл закрывают, Гаджи закрывают, Легиону, там, он Фьер как-то там закрывают, Джоки закрывают, все закрывают. Они-то закрывают, но и они не нужны. Ну, типа. Знаете, люди покупают не потому, что они не могут в своей гильдии закрыть и забрать, а потому что там очередь большая. Это первый нюанс. А второй нюанс, понимаешь, лучше. Мобы. Лучше за 40к пускай купят, чем, блять, мои умерли по последней КДшке. Вот, например, сейчас плечи валяются, да, и чё. Ну, то есть по такой же логике я могу и за 20 покупателя найти, да? Ну, блять, все равно есть, как бы, определенная сумма. 40. Немало.
Гена, чешь? Чешь к ней, Широн? Тут такого не было. Отойдите на... Просто тот человек интересовался, я ему сказал. Геро, Геро, череп. Там с плечами-то решили. Ну, типа, я спросил у Войда. Череп, череп. Гречка все равно, что его мне выходит. А у последнего, кто ролил, еще и понял. Ну, если они не против, то пускай отдают. Мне так-то надо. Гречка, так-то мне тоже плечи нужны. А ну? Ну все, пускай у меня лежат тогда, че вы паритесь? Я же вначале сразу написал, мне 4 шмотки нужны, пофиг, с чего начинать. Вага, где? Показывай, какая тебе чёрта? Где ты там? И сидит, смотрит в нее. Нет бы трэш пойти видеть. За 5к я тебе ее отдам. Вот, видишь, инопланетянину тоже надо. Сейчас скину морол. Что там за чарка-то? Может, я буду... Рез. 15 реза на час. Ну, актуальная, так скажем. Ай. Так вот, помойка. Швайны, а не шинели, блин. Шнель это быстро. Ну, я и говорю, типа, а он швайна. Швайна, Рольце. Давай, планета, давай! Планета, ну, блин. Сука, ну переройте кто-нибудь его, пожалуйста. Биг Бабл лучший. Давайте Бабл и это. И Вага, рерольце. Бабл, не подведи. Сука. Рак. На, подавись. Это знак Элидари. Заслужил, заслужил, ладно. Так и быть. На ней там ГПшка не написана, полагаю. Планета, да чё подводишь? Со своим роллом, блин. Взял и обосрался. Чешка жмей. Я не добежал, подожди, сейчас он вот. Вообще, чешку прижимаешь, а можешь немножечко послакать, как бы. Ну слушай, да. Её хорошо на перебежках прижимать, да. Не то чтобы послакать, но вот когда тебе нужно перебегать и одновременно хилить, большой урон проходит. Прожал ее, бежишь. Ну, классно. Я жму, чтобы послакать. Гайд на эрдро от Гешки. Нажимайте чешку и слакай. Да. То спрашивает постоянно, как из эрдро хилить, да? Вот отвечаю, чешка нажимаешь. Чешка слак. Да. И... Ротация, чешка слак. А если еще корень, ты заранее навешал. Да, а еще травму, он там Артемий говорит, починили. Пока чешка откатывается, тайфуните мобов, чтобы рейд дольше проходил. Бля, циклоните или как там? Можно и тайфунить, и циклонить. Нет, уже Эрдру не может тайфунить. Ну, к сожалению, да. Ну народ, спекайся в танк. Спекнешься, Фау Фроста.
Подвиньтесь, да. Я вернулся. Чё ты?